Цена билетов на самолет в новогодние каникулы изменится, а в Новом Уренгое скоро появятся международные рейсы. А об этих и других новостях расскажем короткой строкой. Авиабилеты на новогодние праздники резко подешевели. Сейчас их стоимость снизилась практически на 15% по сравнению с прошлым годом. К примеру, билеты из Москвы в Сочи подешевели до 12 тысяч рублей, в Калининград – до 9,5 тысяч. Полеты из Санкт-Петербурга в Симферополь теперь стоят 12 тысяч рублей. Продолжение темы. Аэропорт Нового Уренгоя может запустить международные рейсы раньше срока. Случится это, как только его пропускная способность составит 1,5 миллиона человек в год. Сейчас пассажиропоток достиг отметки в 1 миллион. Накануне Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. К нему присоединилась и молодежь из военно-патриотического центра «Вымпел». В их числе был новоуренгойский курсант Даниил Никитин, который также смог пообщаться с президентом. Также глава государства вместе с ребятами посетил обновленную звонницу Спасской башни, которая в октябре приостановила свою работу. Врачи назвали продукты, которые опасно употреблять при коронавирусе. Заболевшим лучше воздержаться от соленых продуктов. Они сгущают кровь, а это очень плохо влияет на выздоровление. Также это касается алкогольных напитков. Спиртное способствует обезвоживанию. Медики советуют при заболевании пить больше теплой воды. И тем, кто лечится дома, следить за питанием. Вероника Самошкина, телерадио, компания «Сигма» для Нур-24.